одно из очень интересных зданий центральной Гаваны. Мы начнем его изучение с этой канарейки. Адзуми. Дальше мы продолжим вот этим подъездом. Мы сейчас сделаем два шага вперед. И увидим, что здесь есть лифт. Можно, конечно, заключать пари на $1 000 000 о том, о степени работы, подвижности этого лифта. Вот. Если вы сейчас обратите внимание на отсутствие того, что можно было бы назвать базовой инфраструктурой домовладения в виде такого его элемента, как окно, как стекло, как оконное стекло. Вот, вы видите, что этого элемента в доме нет, причем ни в одном из законных правил нет стекла. Есть какие-то ставни, совершенно жуткого вида, поэтому вообще на самом деле есть ставни-то там. Жуть какая-то. Притом само здание безумно красивое, посмотрите на. Я не знаю, как он туда будет довести. Почему? Как это? Когда мы говорим о всех ужасах российского ЖКХ, то, что в центре Петербурга не ремонтируются дома, которые на самом деле еще 20 лет тому назад должны были быть на капитальном ремонте. Вот давайте посмотрим на... Смотрите, какой фасад. Сзади угловой. Что на себя представляете, что там уже растет дерево. Вот. Я не удивлюсь, если там будут расти королевские пальмы. Корабельные сосны. Ну вот, все, не будем больше мочить камеру, идем вперед.